Споры по поводу строительства храма в Обнинском городском парке не утихают. 30 марта на месте планируемого строительства состоялось собрание горожан, на котором якобы должны были присутствовать представители управления архитектуры администрации и Русской Православной Церкви. Но по факту все собравшиеся в этот день были противники строительства церкви. Я не понимаю, почему церковь, занимаясь этим, как она жаловалась 10 лет, не спросила сначала у горожан, прежде чем заниматься 10 лет и тратить деньги. Почему вообще никто ничего не спросил? Ведь шум-то был поднят не потому, что кого-то спросили, вообще какой-то опрос был. Шум был поднят, когда люди увидели забор. У нас 7 храмов и один парк, от которого пытаются отгрызть изрядную часть. Как сообщили в администрации Обнинска о проведении акции, ее организаторы исполнительную власть не уведомили.